Всем привет! Вы на канале Богини Рукоделия. И я вам покажу сейчас выставку в Харькове «Изящный стежок». Вот что первое мне попалось на глаза, это тыквочка Мелхил. Вот такая прекрасная, шикарная, прям моя тема Мелхил. Я подсела на них. Очень красиво. Красивое сочетание оригинальной рамочки и всей вышивки. Ангелочки красивые, бабочки вообще такие миниатюрные. Просто красота. Вот мирабилии, Дед Мороз с елочкой. Ну просто загляденье. Я долго не могла от него отойти. Просто классно. Очень интересно посмотреть все своими глазами вживую. Когда ты видишь это, просто завораживает каждая работа. И не передать. Эти чувства не передать, только нужно смотреть. Очень красиво, ярко. Дед Мороз вообще в моей памяти останется навек. Вот еще красивые работы были в технике. Разная смешанная техника. Здесь много было разных таких работ. Красивое оформление, красивые рамы. Паспарту. Здесь мы видим, прям подходит под работу. Под эту. А цветочки, вот которые красненькие, цветочки, это объемные цветы. Вот какая-то такая вышивка объемная. Я не знаю ее правильного названия, но очень красиво. Красиво, все так нежно. И мне очень понравилось оформление. Оформление, мне кажется, ну вот оно одинаковое. Красиво. Очень красиво. До этого я еще не дошла. Здесь очень красивая вышивка стежками, но здесь и есть вот такие вот бисеринки, такие они длинненькие. Вообще вышивка бисером, что ли, не знаю, каким-то разным таким. Красивое оформление в круглое паспарту. Ну, вообще очень красиво. И красивая рама. Все очень-очень классно. Маяк. Маяк прекрасный. Очень много бэкстича. Но я такого маяка еще не видела. Не знаю, это первый раз. Я его видела здесь у нас на выставке. И вот эта девочка с собачкой в Париже. Прям шикарная. Я видела много отшитых таких работ. Но вживую, в реальности, я не видела. И это зимняя такая девочка в Париже с подарками, вообще классно. Смотрится очень хорошо. И даже я себе захотела вышить. Наверное, все четыре. Это сезонные такие работы, сэмплеры. Кстати, здесь было очень много сэмплеров. Вот грибочки, опята. Я их не видела никогда. Первый раз я увидела их. И прям, вы знаете, моя тема, моя тема. Я их буду вышивать. Очень красивые пята, и оформление красиво, и очень-очень все классно. Называется грибной хор. Не знаю, наверное, дизайнерская разработка. Это тоже грибочек такой маленький. Я даже не знаю, как он называется. Что это за грибок какой-то? Там сыроежка какая-то. Тоже, видимо, дизайнерская разработка, потому что в наборах я не видела таких грибочков. И здесь еще вот одни попались такие малыши. Все в одном стиле оформлено, смотрится все красиво. И телефон, ни одна камера не передаст этой красоты, которая есть в реальности на самом деле. Еще раз опята, они просто меня покорили. Самые-самые, не знаю, самые желанные, которые мне хотелось бы вышить. Это вышивка лентами. Очень красиво, нежно. Такая совушка, совенок, не знаю, красиво. И опять же оформлена в паспарту, круглая, вырезанная. Очень красиво. Платье. Платье, ну, сезон. Зима, весна, лето, осень. Красиво. Смотрится красиво. Это вышивка слова Арина. Красиво, с феечками.
Мне бы, наверное, хотелось бы тоже иметь такую себе вышивку со словом «мило». Ну, подумаю. Эта вышивка, вот она такая многослойная. Вышивка на бумаге, на перфорированной. Каждая деталька вышивается отдельно. Куколки, этот шарик, этот там какие-то игрушки. Все вышивается отдельно, потом все сшивается. Вот этот львенок, ну все просто не видно. Здесь сейчас не видно через камеру, но реально это смотрится шикарно. Так, это у нас мандала. Просто мандала меня не то что покорила, а заворожила. Вышивка вот бисером, потом вышивка крестиком, шовчики какие-то. Ну просто, я не знаю, передать словами невозможно. Стоять, смотреть, всматриваться в каждую деталь, это да. Вот бабочки. Бабочки вообще как реально шикарные. Вообще бабочки как настоящие. Вышит аппетитом. Очень, вообще очень классно. Я не знаю, я бы, наверное, никогда бы не решилась. Это нужно лет, наверное, 10 вышивать такую красоту. Все просто, просто изумительно красиво. Бабочки как настоящие, повторюсь, но это реально такие есть. Долго-долго я рассматривала эту мандалу, она меня прям, не знаю, вот каждая бисеринка, бисер петит здесь, ну просто это шикарно, красиво, красивое сочетание цветов. А размеры, ну вот не видно здесь, да, какого размера, но размер большой, наверное, где-то сантиметров 80 на 80, это точно, может быть и больше. Это тоже еще одна мандала, вот она такая как летняя, такая, знаете, сафари какой-то здесь, не знаю, и жирафики, и зебра, ну просто красиво. Каждый стежочек, здесь много бисера аппетита, пришит он и в разных каких-то техниках, я еще этого такого не знаю, когда бисер пришивается, ну вот так вот, не лежа, а стоя как-то, ну, интересно, очень интересно, красиво, красивая основа здесь, видимо, какой-то ручной окрас, равномерка, красивый цвет. И сочетание этих ярких цветов с этим цветом очень-очень даже гармонично выглядит. Вот бисер. Бисер, креник какой-то. Ну, очень много всего. Красиво. И вот еще одна мандала. Это осенняя. Осенние листочки. Красиво. Но она была меньше размера. И вот здесь стекло отсвечивает, и оно не сильно видно. Сэмплер. Кстати, сэмплеры, я на них посмотрела другими глазами. Очень красиво смотрятся сэмплеры. Это здесь тоже вышивка такая. В стиле Харфандер. Это цветочки. Тоже какой-то сэмплер. Кстати, да, на сэмплеры нужно обратить внимание. Вот. Очень красиво. Вообще атмосфера просто обворожительная, не знаю, вдохновительная, просто красота. Прийти полюбоваться такой красотой, таким рукоделием, ну, я не знаю, это если есть возможность, то приходите, смотрите, конечно же, на все выставки ходите. Очень красивые сделаны шары лентами, это сделано с ленточками. Я такого еще не умею, но надеюсь, что я когда-то смогу сделать. Красивые шкатулочки, органайзер вот кругленький, для ниточек можно такой сделать, красиво. Это папочка для процесса, ну то есть для рукодельных штучек. Вот и ножнички здесь у нас вышиты, и бобиночка с ниточками, иголочки, ну красота, просто красиво. Вообще так талантливо сделано все, красиво. Есть на что посмотреть, и много чего нового я для себя увидела. Это мельхиор, видимо, какой-то.
петушок тоже красивый. Где-то видела его вышитым, но вживую никогда. Очень красиво. Здесь много было мюнхила. Вот опять же эти феечки. Я их так называю бабочки. Вообще, ну просто не передать. Вы знаете, вживую это все смотрится очень-очень шикарно. Если есть какие-то мысли вышить, то нужно брать и вышивать. Это будет очень красиво. И опять, это тыква. Я на нее долго смотрела. Вообще. И красивая. Вот еще есть бабочка. Красивые ландыши. Вот, смотрите, букет ландышей. Здесь разные такие жемчужины. Ну, очень красиво сделано. Все красиво. Красота неимоверная. Это снежинка такая. Снежинка вообще вышита светлым, белым по белому, так скажем. Ну, вообще классно. Очень смотрится красиво. Очень, ну, не передать. Не могу подобрать сейчас слов. Красиво, красивенно. Такая небольшой был зал. Выставочный зал был небольшой. Работ, в принципе, здесь немного, но есть чем полюбоваться. Вот такую небольшую выставку я посетила. Изящный стежок в Харькове. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, нажимайте колокольчик, чтобы не пропустить ничего. С вами была Милочка. Пока-пока!